Смотрите, какой красавчик Карпинский. Всем привет, друзья. Фух, выбрались. Сейчас час дня, выбрались с Димоном, обкружили, облазили. И все-таки в одном месте нашли карасика. Только что была холостая поклевочка. Вот здесь местечко я закормил. Здесь тоже был один тычок. Димон нашел все-таки на 20-сантиметровой глубине карасика, выдернул. Сейчас берем опаря, червя и туда рвем когти, ловить на боковой кивок. Поехали! Ребята, ветер сумасшедший. Хягачит. Метров, наверное, 6-7. Как обычно, друзья. Как обычно, два опарика, червячок. Заряжаем. Только что была поклевочка, но мы ее... Говорил. Вот иди, обижай. Да, Димон молодец, вот. Димон молодец. Возьми на полочке пряник. Завалил кабана. Полкило? Не полкило, ну карась. Просто жир. 356. Класс, я его все-таки оттуда выхватил. Вот там? Да. Видишь, а вот здесь закормили и таранька клюет. Просто шикарно. И поднял так, ну классически. Тык, шел. Иди сюда. Ну просто, ну, поклевка, подсечка в луч. Конечно. Ой, да, какой кабанивич, наконец-то! Фух, все-таки дождался. Все-таки я его дождался. То клевала херня какая-то, этот четко. Жук, я приподнимаю, он жук. И есть. Спасибо, наконец-то. Фух, такой грамм 400. Красава! Оп! Два таких самых больших. Короче, Димон три завалил, я одного. Были до этого поклевки. Поклевки такие нежные, но это не карась был. Вот когда карась клюет, ну вот там пару поклевок карасевых было. Когда карась клюет четко. Приподнимаешь, есть. Короче, какой это кайфок, когда ты... Мы вышли на затоки Днепра. Здесь очень много разных проходиков. И вот нашли камышек, где он выгоревший. Помните, я вам говорил, что он любит в таких местах стоять? Неоднократно замечал я. И да, действительно, нашли поклевки карася. Карасик есть. И, блин, радости нет предела, реально. Отзывается. И это еще пока карась с Днепра не зашел. Он не такой, это местный карась, небольшой, до полкило. Когда заходит днепровский карась, там такие мамочки заходят, что мама мия. Но еще не тот уровень. Ну что, продолжаем. Один карасик есть в зачете. Надеемся, что будет еще такие красавчики. Здесь история офигительная. Смотри, какой. Небольшой. Ну, хоть тебя начинаем догонять, ё-моё. История очень и очень увлекательная. Смотри, всегда бросаем туда, где немного поглубже, на перекатик. А этот раз я положил приманочку на 20 сантиметров глубины. И он взял, ну блин, ветер реально просто не дает. Даже не видно поклёвок. Короче, я смотрю, нить уже. Да, это у меня первый этап. Да, шарашит туда. Я ни хрена себе раз оттуда вырывал его. В
вытащил. Но сам факт, что перед этим была поклевочка. Друзья, дождался еще одного красавчика. Третий пошел. Фух. Хорошо. Хорошо. Даже очень хорошо. Хоть и ветер, но когда вытаскиваешь, ждешь эту поклевку. Вытаскиваешь. Смотрите, сколько мы уже на шарашили с Димоном. Я 3, Димон 4. Круто. И это за 2 часа времени. Без подкормки. Ребята, без подкормки. Карасики все от ладохи и выше. Я остался здесь. Сейчас хочу сделать, ребята, вот закормочное пятно. Жирное пятно закормочное. И посмотреть, подойдет он или нет. Димон полез поискать новое местечко. Экспериментируем, ребята. Эксперименты — это очень хорошо. Если бы мы сидели дома и не ходили, не искали вот здесь, по этих всех затоках, грязные, как, блин, не было бы всего этого. Просто не было. И с вами бы мы не поделились. А так, пробуем. Может, что-то выйдет. Жирно закормили точку одну. И сейчас давайте жирно закормим точку еще одну. Уху! Охренеть! Ты видел? Охренеть! Сколько мы лазили, сколько мы искали его, сколько мы ног сбили с этим боковым кипом, сколько мы мормышек оторвали. И все-таки мы добились этого. Смотрите, какие реально тузланы были. Ай-яй-яй! Это просто туз козырный, а не карасик. Козыр черва! Опа! Вы видели, ребята, эту поклевочку? Ай, красота! Вот, ребята, видите, по первой прибрежной линии на незакормленном пока еще месте глубина 15 сантиметров. Вы видели эту глубину? Так кто бы сказал, что там вообще тот карась будет? Ё-моё, боковой кивок, блин, делает чудеса. Просто не то слово. А с той стороны какая рогоза, какие окна. Блин, с лодочки здесь просто кипяток будет. И карася здесь, вагон им немножко. Здесь были ребята, наверное, человек 5 или 6. Никто ни хрена не поймал. Сидели на удочке и на спиннинге. Они даже подумать не могли, что карась стоит на 15 сантиметрах. Поэтому, ребята, у вас есть уникальная возможность, благодаря тому, что вы смотрите наш канал, экспериментировать вместе с нами и ходить по таких хащах искать. И вы обязательно найдете, я более чем уверенный. Скажи, Димон. Скажу, Артур. Я пока там ищу, а ты тут шарашишь. Ну, 4-4. Все, конечно, четко. Спина у меня больше болит. И ноги. Ух ты, что дракон. Ого! Каждым разом все больше. Ого, так это полкило. Это кабан, я тебе говорю. Ого. И ты... Красота, ну просто жиряк. Ох, кнуряк! Да! Да? И ты прикинь, бросал влевей, правей, дальше.
а взял под самым берегом. Надо, да, тихонько стоять и в каждое окошко опускать и щупать. И обязательно вот такого нащупаешь щупальника. Фух, смотрите, народ. Оп, 1,5 ладохи. Так можно же! У нас, кстати, ребята, закончился червяк. И ловим чисто на опаря. 4 опарика. Оба. Да. Короче, ты прикинь, везде, где есть прикормка, на закормленных пятнах стоит вот такая плотва, друзья. Третье закормленное пятно. Третья плотва. Ты видел этого кабана? Слышь? Big fish! Слышь, ты посмотри на этого красавца! Грамм 700! Смотри какой! Ты глянь! Охренеть! Чисто на опаря, глянь! Да, красавчик, базар! О, где ладоха? Ну, красавчик, реально хочется да, потрогать. Ты шо? Да! Вот это, а как он... Жаль, что камера села и не видно было вылаживание. Фух. Друзьяки, смотрите, какой кабаневий. Ну, 600 грамм, я думаю. Шеволятся и привлекают таких крупных карасей. Реально, это сегодня big fish. Днепровские караси. И я хочу вам сказать, что это еще не самые крупные карасики, которые нас ждут здесь тогда, когда немного еще поднимется уровень воды и сюда рынут эти монстры. И карпы будут. Ту-ту-ту. Все, братва, закончилась рыбалочка. Холодно, капец. Сейчас у нас на улице, вы только представьте себе, 7 градусов жары. 7 градусов. И вот по этой погоде, по этой холодине, палец не чувствуешь. Карась клюет. Я просто боюсь представить, что будет, если потеплеет и еще больше поднимется вода. Здесь такие кабаны будут клевать и так будут клевать. А теперь давайте, друзья, дыбанем одним глазком, что мы наловили. Вот, смотрите, какие карасевичи. Ах, это же красотища. Смотрите, это самые большие такие, да, лаптики. Грамм, наверное, 600. Два. Это такие чуть поменьше. 3, 4. Ай, красота. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Друзья, 15 карасей, 4 из которых были маленькие. Они, друзья, были пойманы на первой бровке, 15 сантиметров глубина. Все, что выше, 30-40 сантиметров, там более крупный карась. Ну и котейку, вот такая тарань. По поводу закормочных мест, забудьте, оно того не стоит. Просто потеряете нормальное рабочее место. Это мы проверили, не надо. Вот это такая рыбалочка у нас получилась, нехилая. Чего и вам желаю. Не сидите дома, идите, ищите и обязательно найдете. Получайте удовольствие. Все, братва. Всем пока. До новых встреч.